в шарх сунна. Шарх, то есть баян, то есть разъяснение. Разъяснение сунны. Означает ли это слово шарх в нашем привычном понимании? Шарх, то есть разъяснение какой-то книги определенной. Да? Когда мы говорим шархи, обычно имеем в виду, что разъяснение какой-то книги. Здесь не в этом значении. Здесь не разъяснение какой-то книги определенной. Здесь означает разъяснение пути сунны. Пути сунны, пути пророка, алейхиссалату, шарху сунна.